как рождается крест? Материал поступает опорный сначала какого плана? Где он должен стоять? Чему он посвящен? И если это связано с историей места или с историей события, вот все это тщательно исследуется, изучается и выявляются основные опорные точки, что ли. Ну и, естественно, надо осмысливать и отражать уже наше отношение к этой традиции. Вот меня иногда спрашивают, почему бы вам не повторять именно так же делать, вот как раньше делали. Ну, я отвечаю на вопрос вопросом. Тогда где же тот крест, который мы несем с вами? Где наше отношение, нашего поколения крест? XX век потряс всю Россию, этот остров. Здесь был первый концентрационный лагерь. Опыт проходили здесь гонители. Стоит привести эпиграф к книге Бориса Ширяева «Неугасимая лампада». «Не бойтесь, Соловков, здесь Христос близко». Десятками тысяч измеряется число пострадавших на Соловках. И это были и священнослужащие, и миряне, и крестьяне, и уголовники, и политические. Тут смешаны были все сословия, и в этом плане не было разницы. Содержали примерно всех одинаково. Мир, возможно, еще долго бы не узнал о Соловецком лагере особого назначения, если бы не опубликованная в 1928 году в Париже разоблачительная книга бывшего узника Соловецкого лагеря Юрия Бессонова «26 тюрем и побег Соловков». Поднялся международный шум. Надо было как-то спасать престиж молодой республики, и о Соловках срочно снимается благостный фильм. На Соловки едет сам Горький, чтобы рассказать миру о благотворном климате перековки заблудших людей. «Мне кажется, вывод ясен», – писал Горький. «Необходимы такие лагеря, как Соловки. Именно этим путем государство быстро достигнет одной из своих целей – уничтожить тюрьмы». Страдали люди, страдали храмы Божьи, и кресты страдали. Здесь было более 3000 крестов на всех островах до революции. В 1924 году была проведена акция по уничтожению поклонных крестов и крестов на братском кладбище. Было совершено сожжение крестов, их свозили в одно место. И как есть воспоминания очевидцев, что 4 дня полыхало пожарище вот от этих крестов. Казалось бы, безбожная идеология и новый, не свойственный русским людям образ мышления, образ жизни господствовал. И видимым проявлением этого было то, что те, кто не соглашался с этим новым видением, здесь находились в ужасных условиях.
где бы сейчас ни вели строительство, где обязательно находят захоронения, обязательно. То есть и на территории поселка, и в лесах, и в других иных местах. Царство небесное всем здесь погибшим людям. Просто ходим по костям. Я из старинного рода вот Тышкевичи, из белорусов, которых всех советская власть уничтожила, и остались только вот кое-кто. Я приехала сюда, это была моя мечта, чтобы посмотреть места, где был мой отец. Когда вот показали нам аллею, здесь есть лиственная аллея, которая была посажена в 24-м году, так я думаю, что определенно он участвовал в посадке и потом выхаживал эту аллею. Данный крест будет установлен на горе Секирная, вот у подножия храма Вознесение, в котором во времена лагеря был организован один из самых страшнейших изоляторов. Говорили, что оттуда никто не возвращался. Я теперь представляю это. Я только могла, знаете, когда читаешь там, теперь я уже это представляю себе, как это все. И представляю весь ужас той ситуации, которая была. И представляю, как здесь люди и жили, и мучились, потому что когда мы шли на ту Секирную гору, нас там подвезли, вот дорог не было, они все делали сами, они были босые, они были раздетые, они были голодные. Как их вымораживали в этом штрафном изоляторе, как они складывались штабелями, чтобы не замерзнуть. Если осмотреть гору Секирную, то мы увидим там лестницу. На лестнице более 300 ступеней. Эта лестница тоже явилась орудием страстей, потому что оттуда, по свидетельствам, людей сбрасывали. Камень какой-то такой очень тяжелый свалился. Камень свалился. Мне сейчас как-то намного легче. Может, потому что прояснилось что-то. Я еще пока не могу сказать, что мне дали Соловки, но вообще я уезжаю потрясенная. Вот пройдет какое-то время, чтобы молиться, действительно нужно некое безмолвие. Молва – это то, что вокруг нас, и то, что внутри самого человека. Некий такой гул помыслов, отвлекающий каких-то движений, людей, ну и собственных мыслей. И вот если человек мог обрести вот покой, то таким людям происходили, ну, можно сказать, чудесные явления. Монахи на Соловецких островах появились в 12 километрах от монастыря. И место это связано с именами двух первых насельников, Германа и Саватия, которые высадились на том месте в 1429 году. И, как это бывает всегда, отшельники, приходя на новое место, устанавливают крест первым делом и строят келью. На том месте они пробыли 7 лет, которое в дальнейшем так и стало называться Саватиевский скит. Потом пришлось отплыть преподобному Герману на материк за продуктами. Саватий, оставшись один, почувствовал приближение смерти и тоже отправился на материк. И там он в одночасье скончался. Герман остался опять один, но вскоре Бог ему послал нового единомышленника, преподобного Зосиму. И уже вторая высадка на Соловках произошла в другом месте, ближе к нынешнему Соловецкому монастырю. Потом уже выяснилось, что промысел Божий высадил их именно на том месте, которое для монастыря идеально.
Это место обладает особой гаванью, которая сейчас называется гавань благополучия, в которую могут заходить довольно большие корабли и укрываться от шторма. Не будь этой гавани, монастырь бы большой здесь никогда не мог бы быть основан. И видно, на этом мысу и подобному Зосиме было некое видение. Как сказано, увидел церковь на воздусьях. То есть такое вот явление храма величественного, опускающегося с неба именно на то место. И когда он поведал об этом явлении преподобному Герману, тот понял, что это знамение свыше, и вдохновил его, чтобы начать общежительный монастырь именно на этом месте, где было видение. И вот там стали собираться монахи. И это вот середина 15 века. Мест пустынных полно и сейчас. Островов красивых, с определенными складками местности, где и тепло, а кругом холодно, оазисы различные, эффекты всякие. Это у Господа полно. Другое дело, что здесь молились, трудились сотни наших братьев-предшественников. Они внесли одухотворенность вот этой дикой природе. Из языческого было обожествлено все. Вся эта земля, все эти камни, воды. Советская обитель, когда это нужно было для ее развития, давала из своей среды гениальных людей. Это место связано с именем святителя Филиппа, наверное, самого мощного из игуменов, бывших за 500 лет существования монастыря до революции. Он происходил из боярского рода Колычевых. В 30 лет он покинул столицу, хотя был близок к царю. Они вместе росли с Иваном Грозным. И вот то, что с ним произошел такой переворот, это, наверное, его личная тайна. Но мы только вот знаем, что он тайно именно от родных, от царского двора, ушел на север с намерением попасть на Соловки, скрыл свое имя, высокий свой род, и трудился на низших послушаниях. Даже был неоднократно побиваем. Это, видно, были такие нравы, люди были горячие и прямые. Он это все претерпел ради смирения. Его игуменство длилось 18 лет. И вот все, что мы сейчас видим в Соловецком монастыре каменное, было или начато, или благословлено им. Святителем Филиппом было очень усовершенствовано монастырское хозяйство. Сейчас даже трудно представить, что кто-нибудь до такого додумался. До системы каналов, которыми 55 озер были соединены. Каналы были выведены в рукотворенное озеро. У монастыря под монастырем были сделаны каналы, из которого из одного забиралась вода, в другом стиралось белье, на третьем работала мельница, а еще на одном уже в 1912 году была сделана электростанция. Thank you.
Соловецкий монастырь – это монастырь, который и молился, и трудился. Здесь весь Северный край учился хозяйствовать, экономить, строить, плотничать, ухаживать за лесом, промышлять рыбу, строить карбаса. Люди сюда приезжали, годовики, там по 2 года или сколько, они обучались, они рассуждали, как соловецкие монахи, они трудились, как соловецкие монахи, и возвращались в свои деревни старцами, которые поучали всех остальных, как править землей, как править людьми, как молиться, как трудиться. Поэтому Соловецкий монастырь – это очень серьезная школа, это, в принципе, ну, скажем так, не, словом, не нашим, а алма-матер Севера. Почти 500 лет мирного жительства монахов. После 17-го года, поскольку не сразу сюда пришли большевики, монашество здесь еще продолжилось 3 года. Архангельск был занят только в 20-м году, и сразу же пришли сюда. После официального закрытия монастыря около 60 человек братья не захотели оставлять обитель. Лагерь нуждался в сапожниках, плотниках, гончарах, и поэтому их оставили в качестве вольнонаемных инструкторов. Святость этого места только продолжала увеличиваться, потому что здесь, в лагере, так получилось, что находилось очень много людей, сосланных здесь именно за веру православную. И в результате это место стало местом подвига. Более 80 архиереев Русской Православной Церкви прошли Соловки. Наверное, четверть из них так здесь и сложили свои головы. И число явленных мучеников и исповедников соловецких будет и в дальнейшем увеличиваться по мере того, как выясняются обстоятельства их страдания. Еще необходимо сказать о подвижнике и преподобном Иуде. С его именем связано основание скита на горе Голгофе, на острове Анзер. Это был человек необычайный. Он был сослан на Соловки по ложному доносу, в возрасте уже за 60 лет, и начал подвязаться так же ревностно, как и 20-летние юноши. И очень скоро архимандрит тогда был Фирс, понял, что он был оклеветан, и доверил ему быть строителем Троицкого скита. И вот, будучи уже строителем, он уединялся на гору, находящуюся в центре острова, и там молился в уединении. И в 1712 году ему было явление Богоматери. У подножия этой горы она явилась, и было к нему такое слово: «Поставишь на горе сей храм и создашь скит во имя страданий сына моего». И повеление было от Божьей Матери наречь эту гору вторую Голгофу. И вот название стало понятно через 200 с лишним лет, когда на этом месте была одна из самых тяжелых командировок ГУЛАГа, а впоследствии туда отправляли людей, больных тифом.
1995 году был установлен крест напротив горы Голгофа. Мы планировали его установить на горе Голгофа, но наместник архимандрит отец Иосиф не рискнул, он сказал, что это слишком дерзко для нас, и мы, как бы, нам надо поискать некоторое другое место. Мы вот выбрали напротив горы Голгофа, такой распадок идет. Голгофа вторая находится точно на том же меридиане с точностью до нескольких минут, как с первой Голгофы в Иерусалиме. Мы сначала даже этого не знали, а потом, узнав, лишний раз удивились. Так что эта гора сейчас для Соловков – это как бы Соловки внутри Соловков, святая святых. Для людей светских, конечно, рассказ о страданиях, о пролитии крови тяжелый, а для верующих людей, в общем-то, исконно как-то в церкви всегда времена делятся на время строительства и время гонений. И вот 20 век – это было время гонений. Они сколько-то времени продлились. Воспоминания эти, конечно, трудные, но для монахов это даже очень хорошо – пребывать на таком месте, где память и все, что происходило, помогают молитве в этом смысле. Как было сказано еще старцем Яном Крестьянкиным, что Соловки – это престол открытый, на котором можно в любом месте служить литургию, совершать богослужение. Вот что это земля Соловецкая. Когда я обратился к старцу Яну Крестьянкину, говорю: батюшка, ну а как быть дальше-то? Чем мне заниматься вообще-то? Потому что, ну, вроде как, там поставили крест, здесь уже вроде как бы все это дело пошло. Ну, и он говорит: а вот как-то вы говорили мне, что на Соловках было сколько там крестов? Я говорю: ну, вот 3000 вроде как. Он говорит: ну, вот когда все поставим, вот тогда можете и отдохнуть.